Вся боль в одном видео — это когда ты открываешь кейс и тот нож, который ты очень сильно хочешь, не долетает или перелетает вовсе. Как так? Ведь он был почти что у меня в инвентаре. Вся боль — это ослепнуть от флешки своего союзника перед тем, как сталкиваешься лицом к лицу перед своим врагом. Я рев, и это вся боль в одном видео по Stand of 2. А ты просто ставь лайк и смотри по его последней цифре, какой скинчик у тебя сегодня в инвентаре обязательно появится. Вся боль — это когда у тебя в обломе 29 патронов, тебя это сильно начинает бесить, и ты начинаешь перезаряжаться. И в эту же самую секунду на тебя выпрыгивает враг. Во-во-во, Рев, я так всегда делаю и всегда успеваю перезарядиться. Ну ты нубас, конечно. Если на этом ролике наберется 10 тысяч лайков, то я сразу же начинаю делать продолжение. Бро, давай осилим эту крутую цифру, я уже лайк поставил, а ты? Вся боль! Это когда тебе на нужный скинчик не хватает прям чуть-чуть голды, ты продаешь брелочек за голды 20 примерно, а его потом сразу же начинают бустить, и он уже стоит 120 голды. Почему этот буст не был днем ранее? Вся боль — это активировать промокод, который уже использован, или на нем закончилось количество активаций. Поэтому, бро, чтобы получить вот такую имбовую АКР Некромансер, прямо сейчас ставь лайк под ролик, пиши комментарий со своим ID и подписывайся на канал обязательно с колокольчиком. А вот 4 победителя из предыдущего ролика, у которых на аккаунтах уже находятся призы. Вся боль — это осознавать то, что твой прицел, который ты так аккуратно и усердно долгое время подбирал, цвет, размер и так далее, необходимо держать еще на уровне головы, а не так, как я делаю всегда, держу его почему-то в пол. А потом приходится тратить очень много времени, чтобы сначала его поднять, а потом нацелиться в голову. Ой, как неудобно, блин. Вся боль — это когда ты потел на матчмейкинге, выиграл кое-как со счетом 10-9, а тебе всего-то дали 0 ММР-ок. Прогресса ты вообще никакого не получаешь. Да-да, Рев, у меня была такая же ситуация. Я вот недавно играл рейтинги ВВВ Мачты со своими друзьями, и мне даже 0 рейтинга не дали, а наоборот 0 отняли. Вся боль — это когда ты следишь за своим союзником, а тот начинает перезаряжать двойные беретты. Всей болью является то, что он их уже приобрел на пистолетке. Но зачем их вообще перезаряжать, если в них 60 патронов? Вся боль — это когда я играю в крутую игру, но у меня нету в ней друзей. Бро, давай играть вместе со мной. Я сам уже давно играю в онлайн РП. В нее можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется. Поэтому развлечений в ней реально хватает. Попробуй тоже словить это веселье, используя мой промокод RAVE, который дает 120 тысяч игровой валюты и целый гелик. Да, тот самый кубик. Кстати, если ты хочешь поиграть вместе со мной, то тебе для этого нужно выполнить пару простых действий. Переходи по ссылке в описании и качай игру с сайта. Установи игру на свой телефон и в настройках выбери свой игровой ник в формате имя, подчеркивание, фамилия, а после один из доступных серверов. Как ты понимаешь, теперь играть в GTA можно даже на своем мобильном телефоне, поэтому скорее заходи на второй сервер Флорида и не забывай вводить мой промокод RAVE. Мне реально хочется с тобой поиграть, заходи в игру, бро. Вся боль — это когда ты накачал Gold Pass и тебе ничего интересного и дорогого не выпало, а друзьям крутые арканы. Дружочек, напиши в комментарии, чего имбового ты получил из Gold Pass. У меня вот есть М-ка Паладин и наклейка Дракон. А что есть у тебя? Мне будет очень интересно это узнать. Я все комментарии читаю. Вся боль — это когда ты остаешься 1-5. Но разваливаешь почти что всю вражескую команду, а последний тебя разменивает. Так еще и тиммейты в чат начинают выписывать то, что ты дно. А потом еще и начинают голосование за исключение. Зачем так делать? Вся боль — это когда перестрелки происходят в игровом чате, а не в самой игре. Враги могут сражаться в чате.
чатике и стоять афкашить всю игру. Тем самым вы ловите дизморальку и начинаете проигрывать. Все, а более это когда мой канал смотрят 82% зрителей без подписки. Ничего себе, не надо так, бро. Подпишись на канал, потому что подписка приносит тебе удачу. Когда ты откроешь кейс в стенду в 2, тебе сразу же должна выпасть аркана. Поэтому подпишись, чтобы это действительно произошло. Все, боль. Это когда, играя сам, ты разносишь на ММУсах всех врагов налево и направо. У тебя очень хороший счет, ты в самом верху таблицы. А когда зовешь играть друзей вместе с тобой, то у тебя ничего не получается и у тебя всегда плохой счет. Все, боль. Это когда захотел поменять свою пушку прямо посередине катки на дорогой скинчик, который вот он валяется. А тебя в этот момент киляют. Бро, ставь лайк под ролик, если у тебя хотя бы раз случалась такая ситуация. Вот у меня такое зачастую. Мне очень интересно, сколько нас таких крутых стендоферов. Все, боль, это когда ты перестреливаешься с кем-то на большой дистанции. Ты наносишь своему врагу 98 или 99 урона, попадая при этом в голову. А он уничтожает тебя с АКР-ки, но реакция у тебя все равно была лучше. К сожалению, его пушка ваншотит в голову, а твоя нет. Все, боль, это когда ты хочешь поиграть соревновательный или союзники, и кто-то один не прожимает подтвердить. Ничего не понятно, и приходится еще ждать. А потом, когда все прожимают подтвердить, то игра не стартует, потому что кто-то вылетел. Прямо во время разминки игра не начинается и тебя выкидывает обратно в менюшку. Дружочек, какая боль у тебя в Stand of 2? Напиши ее в комментарии, и самым интересным я буду накидывать голдишку. Вся боль в Stand of 2 это когда ты раскидываешь всю вражескую команду, прямо вот подбегаешь к бомбе и начинаешь ее обезвреживать. Но тут либо киты не купил, а если купил, то тебя микросекундочки не хватает, и она бабах. Вся боль! Это когда у тебя 99 коинов и на бокс не хватает. Рекламки ты уже посмотрела, а батарейка вот-вот сядет, у тебя нету времени на еще дополнительную игру. Рейв, надо всегда копить коины, потом в один момент делаешь себе праздник и покупаешь много боксиков, из которых получаешь одни копейки. Вся боль, это когда ты замечаешь спину своего врага, а тебе хочется его зарезать или просто-напросто пострелять, а он как будто тебя учуял и дает фраг по тебе с разворота. Вся боль, это когда у тебя потный клатч, а ты вот-вот можешь выиграть решающий раунд. Но тут из-за интернета всплывает табличка «Переподключение к серверу». Бро, а на каком интернете играешь ты, на мобильном или на Wi-Fi? Пиши в комменты, будет это интересно узнать. Вся боль, это когда ты играешь, но тебя кикают ни за что. Вся боль, это когда ты очень хорошо отыграл и на первом месте в таблице, но коинов за это не получил, а кто-то получает скинчик. Вся боль, это когда ты смотришь любимого ютубера, но он никогда не дает тебе ни промокодов, ни голды. А должен? Вся боль, это когда тебя заскамили в стендофе и у тебя аккаунт на нуле, а ты все равно даешь свой логин и пароль кому-то. Вся боль, это когда ты почти что доиграл соревновательные игры, но тебя в это время зовут родители и у тебя нету времени доиграть. Вся боль, это когда ты очень хочешь поиграть на каких-нибудь других картах, кроме Sandstone, а игра тебе его дает постоянно. Вся боль, это когда добавляет офигенный новый ивентовый режим и он тебе капец как заходит, а потом бам-бам, обнова и его нет. Вся боль, это когда ты очень хочешь скрафтить дорогую и крутую пушку, берешь 10 дорогущих скинчиков, а получаешь это. Вся боль, это когда ты покупаешь дорогую пушку, нечаянно попадаешь по кнопке сбрасывания и ее забирает твой тиммейт, а баблишка у тебя уже не хватает. Вся боль, когда хочешь набить задание в батл пассе, но в твоем нелюбимом режиме попадаются какие-то терминаторы и тебе приходится страдать. Да, Рев, еще и по многу раз один и тот же режим запускаться так не хочется, и ты не успеваешь даже закрыть до 12 ночи это задание. Все, боль, это когда ты закупился крутыми скинчиками в надежде на то, что их продашь в дальнейшем с окупом, а они наоборот в цене еще спадают. Вся боль, это когда ты покупаешь крутую наклейку, смотришь, куда ее можно приклеить, и нечаянно ее наклеиваешь на какую-то фиговую пушку. Бро, скинь этот ролик своему другу, пусть он тоже посмотрит всю боль в Stand of 2, а сам кликай по этому ролику, тут ты узнаешь, как играют бедные и богатые стендоферы. Ну да, сосед, конечно, помогает.